20 марта 2022 года, Одесса. Вот, ребята, такой сигнал прозвучал в 5 часов 30 минут. Сигнал воздушной тревоги. Такой сигнал звучит по несколько раз в разное время суток, ребята. Это такие реалии нашей жизни в Одессе. День 19 марта прошел более-менее спокойно. Звучала несколько раз воздушная тревога. Хочу отметить работу городских служб. Работают они, можно сказать, образцово, ребята. Это не шутка, это серьезно. Потому что улицы убираются, мусор вывозится. Работает электротранспорт, ходят маршрутки, работают магазины продуктовые, какие-то другие ряд магазинов открыть достаточно много. Как бы люди совершают какие-то покупки, в принципе, у нас в этом отношении такая спокойная, напряженная обстановка. Идет, даже в таких условиях, идет какая-то жизнь. Машин на дорогах Одессы очень немного, людей тоже. Хотя, конечно, очень сейчас много людей сидит без работы, потому что, например, вот моя фирма закрылась еще 24 февраля и до сих пор не работает. Люди вынуждены находиться практически весь день дома иногда выходят там, на какие-то короткие прогулки. Ну, я вам скажу, ребята, что гулять куда-то ходить, в таких условиях какого-то желания абсолютно нет. Вы, я думаю, понимаете, почему. Вот. Я лично иногда выхожу где-то раз-два дня, наверное, в магазин за продуктами и сразу домой. И вот выходил недавно опла оплачивать коммунальные услуги. Нормально все работает, принимаются платежи все. В общем, в этом отношении и даже была даже небольшая очередь, я постоял, вы знаете, как даже в таких условиях люди как бы не забывают, что надо платить за коммуналку, хотя у нас сейчас отменены все штрафы, пени все, то есть можно не платить, можно заплатить потом, но и никаких штрафных санкций не последует. Это, конечно, очень здорово, но тем не менее люди все равно, у кого есть возможность заплатить, все платят, чтобы не было долгов, естественно. Вы знаете, я вспоминаю огромные очереди в... 24 числа, 25, -го, 26 -го даже в банкоматы люди стояли с карточками своими, снимали деньги со своих счетов. Вы знаете, я лично этого ничего не делал. Я в этом не участвовал, потому что я понял, что это все это глупо. Потому что уже через пять дней можно было спокойно подойти к любому банкомату со своей карточкой и спокойно снять деньги. Есть какие-то ограничения по съему денег, но это понятно. Вот. Тех ограничений в принципе хватает для того, чтобы снять денег, для того, чтобы купить продукты, вполне достаточно. Я вот лично снимал э, где-то 3000 гривен, это около 100 долларов. В принципе, это можно делать каждый день, снимать такую сумму. Мне вполне этого достаточно. Ситуация с продуктами в Одессе нормальная. Вот. В магазинах есть картофель, есть капуста, есть морковка есть помидоры, огурцы, есть яблоки, мандарины, бананы, вот, хлебобулочные изделия, мясные изделия, есть молочка, есть крупы какие-то, небольшой ассортимент, но есть подсолнечное масло, сахар, соль. Все есть как бы в этом отношении. У нас с продуктами в Одессе все просто великолепно, я могу сказать, учитывая в каких условиях сейчас находится моя страна. Никакого ажиотажа в продуктовых магазинах нету, люди берут, в принципе, продукты покупают, как в обычные дни. Друзья мои, я знаю, что очень много людей, подавляющее большинство во всем мире, поддерживают мою страну, поддерживают мой город. Они прекрасно понимают, что у нас идет настоящая война, гибнут наши украинские военные, гибнут мирные жители, разрушаются наши города. И ваша поддержка для нас очень нужна. Спасибо вам большое, ребята. И привет вам огромный просто из Украины. И из самого красивого, самого солнечного, самого замечательного города на земле из моей любимой Одессы. Ребята, всем нашим друзьям большой-большой привет. Желаю вам всем мирного неба над головой. Померьте мне, ребята, я знаю, увы, что это такое. Берегите себя, берегите друг друга. Всего вам самого наилучшего, самого доброго. Дай Бог вам всем крепкого здоровья. И даст Бог. До новых встреч.